Зря. Зря? Почему? Потому. Будешь сейчас мочить зомби. Никого не буду мочить, сам мочи. Будешь мочиться на зомби. Выбирай себе персонажа. И желаемый персонаж, выбирай себе. Пока мы ищем остальных. Мы сейчас волны врагов будем это отбивать. Ты в курсе, да? Нет. Теперь ты в курсе. Как это будем? Как так? Не готов. Так, что мы здесь будем делать? Сажаться. Просто по времени, просто чем дольше продержишься и все, тем лучше. Да. Да, да. Ну помнишь, такой был выход. Чуть мне не того дали, я спросил желаемого персонажа. Такая же хрень, я вообще мужика выбрал. Почему у меня блондинка с рыжая? Ну, кстати, насчет рыжей блондинки. Тебе поступал с минера. Все ясно. Иди, к тебе идут. Я вижу, там что-то очень много. Да, чуть-чуть. Сейчас будет прыгать. Видишь, что нет? Я ничего не вижу. Я бегаю, ищу эти коробки какие-нибудь. О, купи средства обороны. Вен, вот где можно купить. Слышишь, я въехал. Иди сюда. Гади. Да что гадить-то? Гадить? Зачем гадить? Не надо гадить. Ну и что тут? Вот. Видишь, нажимаешь на эту хрень, тут написано купить средства обороны. Как ты их отмахиваешь? То есть? Ну как-то плохо. У нас тут Вася понял. Прикрой меня, я помогу. Бегу. А чё, как мне отхилиться, блядь? А, теперь меня. Всё, третья волна. Евген, аккуратно. Да капец. Я спасу тебя. Моя рыженькая. Как это блин-то? Возьми мою шапку, ушанку, согрейся. Надень ее себе. Да-да-да. Прикрой мохнатку. Зачем ты ее побрила? Слушай, смотри, тебя подняли, я все еще дохлый, сейчас зомби стану. Ну и че, а как мне отхилиться? Ёп, че произошло-то, а, сзади вон. Я солдат вызвал, которые, кстати, могут зомби стать. Да ладно.
значит тут? Пипец, я нашел, сколько деньги, значит, что нужно, ну, бляха-муха, задавались. Короче, я нашел, где бабло. Ой, не где бабло хотели покупать, что? Да у меня денег нет все равно. А куда ты где? Не знаю, у меня их не было. Что там, бешеный какой-то ходишь, что сам себя раздал. О, слушай, двери надо было закрывать. На сезон магазин. Зря я солдат выслал. Почему? О, пульки. Евген, пуль. Пуль? Да, мы поживем еще. Ой, аптечки. И, блин, аптечки. Где? Вот ко мне. Ого. А что со мной произошло, я не понял. Ты стал зомби? Я просто умер. И мы просто в тебя плюнули. Мы втроем стояли и просто умер. А в чем прикол-то был? Ну, может, тебя кто-то ударил, плюнул в тебя. Просто так-то быть не могло. Меня мой отхилил наш, и все. И я умер. Просто чего. Я поставил турель, что там турель стоит. Хорошо. Сменить игрока Е пишет, а что-то он мне не меняет его. А, во. А ты за кого играешь? Ну, мужик. В шапке, ушанки. А, с красным, с рыжим рюкзаком таким красным. Да, да, да. Надо перезарядить турель. А где военные, ты как мне обещали? Ну они побольше приедут. О, я появился, ничего себе. Вставай. Бегу. Ого. А куда мне здесь? Стиль, аптечка. А вон военные. Пойду я к ним. Иди ко мне. Где они? Ну, четверо тут стоят. А, ну я их вызвал, только у тебя, да? А, не, не вижу я тебя, нифига. А, вижу, вижу, вижу. Можем скомандовать, что-то надо? Я не знаю. Сейчас, подожди. Поговорю. Так, я вижу тебя, но не вижу военных. А, вот, да, военных. Не, ничего не говорят. Может, пойдем это? Поможем наш. Да зачем? Я лучше возле военных. Убейте 5 особых зомби, выстрелом в голову мне. Задание? Да.
Нет, особые зомби это эти. Или в костюмах желтых. С какими-то штуками. Но это один из. Который ударёт как раз. Это один из. Блять, а где патроны взять? Где-то я их находил что-то. Да здесь они лежат. Где, где? Если ты пометил. Ёпта, сзади, прикрой, сзади, сзади, сзади. Ах, бляха-муха. О. Где он там орёт? Всё, нашёл? Да. Вот он орёт. Твою мать, упал. Кто там упал-то, поднять надо. Да. Я поднял тебя. Супер зомби. Help me. Нам никто не помогает. Я уже превращаюсь. Ты уже превратился. Да-да-да-да-да. Вот она такая. А что у тебя уги? Уги? Да. Ну, она у, я тоже смотри. Зомби. А я не вижу уже. Что ты произошло? Да, там нашего затоптал этот гигант. А он всех затоптывает. Если эти 30 секунд продержится, мы прием поможет. Мы появимся? Да. Но они заселены. Военных, которых мы вызвали, ага, их сожрали уже. Ну не всех. Ё-моё, ты стоишь, и зомби твой. А это мой зомби. Я сначала не понял, если честно. Хрена его, хрен убьешь, прикинь. Нормально убил. Так, что-то делать надо, где думать. Где? Я пойду туда-назад. Почему-то я не могу эти аптечки вызвать. Почему? Не знаю. Я могу турель поставить. Вот только где ее поставить? Она что, я не как-то придумал их хреново на самом. Пока мне сзади никто не придет. Поставил турель? Ну, как видишь. Я две поставил. Ну, отлично. Еще одну и... Просто перезаряжать, просто ходить их надо.
Слушай, у меня тоже ведь рыжая борода, нет? У тебя? Нет. Не, ну у мужика. Нет, нет. То его? То есть какая-то коричневая. Там, наверное, темная, нет, шарф. Так. Сейчас попробую спасти. Ух ты, еще один. Мочи его. Пуля нужна. С пистолета я много не... Я пошел за пулями на второй этаж. Там надо турели перезаряжать, давай. Прикроешь, я за пулями сейчас. И все будет хорошо. Бля, смотри. Здесь там кого-то уничтожить надо. Ю, горит. Куда ушли? Написано уничтожить что-то там. О, здесь тоже можно было заныкаться. О, гранатомет. Yeah. Здесь можно было заныкаться просто через дверь тебя. Говорит, я думаю, я не один, тут появляется подружка твоя. Ну, пас, который прыгает на все. Вот. Волне, еще 3-7 секунд, они уже полезли, слышишь? Да. Пойду-ка я обратно. Я купил ящик с боеприпасами, если что. Че ты? Установил ящик с боеприпасами. Ого, да. Такое тоже можно? Да. Мне бы автомат какой-нибудь найти. Что-то М-ка меня не очень превращает. Ну ты хоть толстящий М-ка есть. Могу быть и хуже. Гвоздомет почетче. Че, мы здесь будем отстреливаться? Да, здесь, а где еще? У тебя обнимешь на спине? Нет. Это что бабку застрелил? Ёпта, меня запиздили. Меня запиздили. Блядь, турель никто не перезарядил. О, троих уже. О, меня поднял. Ты
не спасся. Я стал зомби. Да ладно. Да. Превращается в порал, превратился. Со всеми бегаешь, да? А вон он стоишь, вижу. Бездушное существо. Убежал, блин. Ну пизда. Тот тоже превратился. Ой, это же 0 хп. Ой, ой. И это труна. А все потому, что мне этим персонажем не летали. Баба в шубе слишком вызывающая. Вызывающая, да, даже для зомби. Шестьсот 96 человек настрелял. Ну что, как тебя? Ну? Да, нормально. А есть какие другие режимы? А, есть. Сейчас. Сейчас все будет. Испытание пойдем. Да, давай. Того чувака, которого я просил, а ты тёлка. Грязный причем. Чё это грязное, но мне не грязное. Ты знаешь, чумазый, как я клюбасу не имею? Скот. Слушай, такая грязная, что куда гейзю прилип. Ух, нифига, он превратился, мочи его. Кто? Ну кто? А меня все, я сейчас превращаюсь в зомби тоже. Слушай, когда стреляет, она один глаз закрывает. И не шоколадный причем. Ёх, как пизда мне. Ну ты чё взорвался? Я не знаю. Стал зомби. Да, причем сразу же. С нами калашников пульс. А этот, смотри, ходит в костюме, воняет сразу же. Ну классно. Новый режим. Называется испытание. Блин, хп вообще снижается, пипец. А надо куда-то бежать, что ли? Да. Ну точно не вниз. Вниз. На меду не туда, где он стрелял. Ух, блин. Бензопила. Блин, и где этот козел? Spotted a lurker!
Горбашов нормально мучит. А прикрыть меня не мог. Я сейчас его сожру. Заяц, да? Да. А чё хп-то уменьшается? Кстати, реально уменьшается. А я больше не поднимаюсь. Ну там отсчет должен быть. Нет отсчета. Нафига ему пулеметный ряд, если у него нет пулемета? Ну и чё, пойдём наверх. Так просто малую винтовку себе, нет? На улицу начинает хп уменьшаться. Ага. Надо убить этого, который издалека. Ну это чемодан вижу какой-то, надо подойти взять. Откуда они идут? Блять, ну нахуя-то под пули ты лезешь? А чё, ты меня попадаешь? Да, зачем здесь это? А? Отходи. Закрывай, блядь. Там чувак крутится под пулями. Не может прямо стоять. А по друг дружке я стреляю здесь? Ой, нормально. Получаешь урон, ну как зомби. Я зомби становлюсь. Нет, еще не становлюсь. Скоро зомби. Где ты? Беги на меня. Да, сейчас прибегу. Я тебя вылечу. Давай. Давай эту грязную сучку. Вылечи. Ты что, ее убил? Зачем бы ее убили? Не мешает, когда ты все равно. Вот она забежала. Не, она. Значит, ну все. А не, вон она бегает. Возле этого. В общем, мы победили.
раз Иерусалим не проходили. Что-то не особо с тобой кто-то хочет играть в 4.06. Даже на фоне коронавируса. А вот нашли. Что, за ты метиков, что ли, стал? Да, я смог поменять себе. Нашел где. Один Python. Ну и бот будет. Я думаю, просто потом присоединится кто-то. Может быть. Может быть. А ты что за девку-то играешь? Хуй его знает. Мог бы поменять. Да, взял то взял. И причем сам выиграл. За грязную девчонку. А? Да, у меня медик не прокачанный, поэтому. Поэтому хилить не смогу, ничего делать. В смысле, толком. Ну, надо проходить, видимо, качать его. Ну да. Ну, у меня он нулевой. Я там этого автоматчика какого-то прокачал нормально. А я что заряжу? Это компания. А. Которую мы не играли еще? Да. Так помнишь, мы на машине уехали? Вот она. По-моему, точнее, в тот раз. А давай на танке поедем? Да, она поедет. Давай на танке поедем, говорю. Да не вопрос, садись. Заводи. Сейчас заведу. Такой жопой можно завести все, что хочешь. Смотри. Тихо. Тут мины везде. Если не все спать пойду. Да, наверное, тоже. А тут что-то я не различаю уже, кто зомби, кто не зомби. Вообще, я мирного жителя убил. По-любому. А что делает мирный житель один? Вот. Вокруг. Слышишь? Монстров. Чего? Я нашел заряд. Че нашел? Для этого. Заряд? Для двери. Могу дверь жахнуть.
Воу, бомба, вон, бомба. Да. Я вон, что военные видят бомбы. Как-то я их тоже вижу. У тебя чувак сасы забывший типа, сюжет. Ага, да, ну да. Почитай, блин, на биографии что-то там при выборе персонажа. Обыщи его. Nothing useful here. I got nothing here. Вау-вау-вау. Прикрывай. Прикрывай. Да, боец, пиздец, прикрывай меня. Дронный боец. Я пока тело обыщу чьё-то. Блин, в танк-то нельзя залезть. Как к ним попасть? Здесь аптечка лежит. Класс, бери её. У меня нет места. А ты что, меня обыскал-то? Да я не могу обыскать, я не вижу входа. А-а-а. Даже настолько все. Ну, у тебя же мины есть. Ага. Вот он показывает туда, а куда идти, я не пойму. Ну, показывает не там, показывает там звезда, типа. Ну, говорит, обыщите. Ну, да. Ну, и всё. А где обыскать? Да вон там. А, дверь же открывается. Смучить тебя надо. Не пизди. Ты снайперку бы взял бы? Да, ну. Сам просто так лежит. У меня там есть. Вот такая, которая будет всегда с собой. У меня поинтереснее, чем снайперка. Что может быть интереснее снайперка? Чё там достичь надо он до мужика? Only way to reach the bunker. Only way to balka. У меня какая-то карта, мина и... И чё нам куда? I hear a lurker. Все, останавливаю. А ты где? О, хрен, ты кинул нас. Не, не кинул. А что это у вас там говорит? Где это? О, жесть. А, мне надо глаза подезинфицировать. Ну давай. Кого-то бьет там. Сейчас я спасу. Ну я тут накинул их. Их тьма. Кстати, нас кинул этот. Слышишь? Да. Ну и пошел уже. Что там автокат? А? Да, он что-то про автокат сказал. Аптечка. А когда он получит ключ-карту? У меня ключ-карта. Ну смотри, ждите, пока Гринберг не получит ключ-карту. Подойди к нему, отдай ему. О, я позову. Калашников опять будешь? Ну, я вызвал, да. Ну, иди сюда. Положись. Очень даже. А ты что взял там? Еще а я как всегда этого. Нет, пулемет. И взял штурмовую винтовку ХК-416. То есть там не было этого? Кого?
Не был там турель. А был, ты стреляешь из какой турели? Там, по-моему, ее не было. Была. Я ее взял. Нет, я взял, поставил ее, в смысле это. А нахрена ты ее поставил? Надо было поставить автоматическую там. Там не было автоматической. Была. Ты же автоматическую поставил, ну, нет? Я две автоматически поставил, третью еще можно было выебать. Только нет у меня третьей. Так ты поставил же вот здесь в укрытие одну. Ну так она обычная, они. Вот. Это, по-моему, от места, я так понимаю, зависит. Как, нет, из-за того, что ты берешь. Вот, слушай, не спорь со мной. Да какой я заметил, то, что это от этого. Ты плохо замечаешь. Мужик. Забить внимательнее. Иди, ну если он так. А я вот обратил внимание, что это зависимо от места, куда ты ставишь. Ничего не зависит. Потом с тобой потестирую. Если ты выживешь. Тут напали на одного. Ёпта. Пиздец. Иди в бункер. Я не вижу нихуя. У тебя вот турели закончились пули. Чё? У меня пули кончились. Бля, слышь, меня загрызли. Ой, кто взорвался. Ну что, поступил как в фильмах. Сдохну, забрал с собой. Так ты лежал же. Нет, я сначала... Меня не избивали уже, я отбиваться не мог. Я достал гранатомет и жахнул в них. И вместе с собой. Мясник, я мясник. 14 убил. Дракенбёрд. Истребитель. Как самолет. Неуязвимый. Хуя ты. Неуязвимый. Мы должны пойти. Кстати, этого чувака надо кипить. Я не знаю как. Да, оставь, пускай стоит. Он будет вместо него. Чё? Будет вместо него. Вместо него будет бот. Давай последний. Да и пух. Какая разница? Он будет или бот будет. Блять, не по пом придется играть. Ну ничего. Медотелка. Опять не то что-то. С какого хрена? Ну ладно, буду за Оксану. Видимо, медотелка, это судьба. Знаешь, как? Ты знаешь, такие сестер Лачевски? Чё? Знаешь, сестер Лачевски? Нет. Они раньше были братьями. Это те, кто сняли Матрицу. Mm-hmm. Они сменили пол вместе. Теперь они сестры Лачевски. Mm-hmm. Ой, бляху муху. Реально, попом хуею. Хрен убьет мачете. Ой, не буду, а то тут подписчик найдется, который это оскорбление чувств верующих у него. Не буду подъебывать. Йо! Нихуя тебя там об пол херачит. Да вообще не говори. Это та самая просто рыжая. Оксана. Ну когда, знаешь, Оксана еще в комбо с рыжестью. Это вообще опасно. Ни один зомби не устоит. Нет, девчонка сказала, слышь, рыжие это, бездушные. Типа рыжих душ. Ага. Да ладно.
Он так сказал. Ну, может быть. Это же хорошо. Знаешь, чувак ходит, а за ним зомби плетется. Да-да-да, и орёт. Шипит на него. Да. Door's locked. The code's on the wall. I'm going to try the code. Shit! What's going on? The code worked. Да, кстати, сейчас будет этот, твой любимый этот, бумаж. Бумажка. Да. Hold on, Евген. Столько она сразу полетела. Да, это просто мясо. Вау-вау-вау, они здесь тоже. Постреляй. Может, ты мешать мне будешь, я постреляю. Бежит, бежит к тебе. Нет, не ко мне бежит. Да убей. Упс, уходи. А че ты бежишь? Ну, надо бежать по звездам. Ты че там выкурил-то? Надо бежать по звездам. Ну как так? На бросание. Как там, на бросание цифры, или как там говорится? Уронил. Уронил цифры. Я спасу тебя, прекрасная девчина. Давай, рыженька, ну-ка. Любитель нырять в рыжика. Сколько могу убиваю. Подожди, прыгучие гигантские или... Нет. А, нет. Чё, кто со мной? Ты со мной тут мимо бегаешь? Нет, я толстый бородатый мужик. А-а-а. Который в богу верит. Тоже просто какой-то здоровый. Ё, а ты где? Ай, знать бы. Лутаюсь. Вот здорово. We're wasting time. Get to the door. Ты что, калашников не берешь? Да какой я там, еле убежал оттуда. О, наверное, что новая винтовка. Ух ты, да спасибо. Тебя себя, да. Себя хотел, ну ладно. Ну возьми аптечку-то, отхиль себя. А где? Есть где? Тут я знаю. Понятно. Ладно, будешь умирать сильно, я тебя отхилю.
Блэд, покинь самому здесь, чем так долго тут пишешь? Топинг по звездам. Да, блядь, запомнить, блядь, на трассе цифры, скинь. Нет, как там правильно, с цифрами? Бросили? Битни? Урони. А он не думал. На метаме. Сейчас меня бить. Да? Но я ему не позволю. Рыжик не позволит. О, огнемет. То, что надо. Огнемет и Михалков не живет. Так, тебе бабка побежала знакомиться. Я ее убил. За что? Ну, мне прям не знакомиться. С этим бабкам. Твоя девчина. Лучше Крис возьму. Ты смотри это. Ты так попиздишь, попиздишь. А потом тебе это напишут. Вы не хотите быть официальным партнером нашего гей-сообщества? Гей-сообщества? А, ЛГБТ сообщество. Мы да. Слышали, вы рыжая. Ты слышишь, что ты скажешь, поп не может, поп натурал. Причем ее зовут Оксана. Да я про попа. Я понял. Поп Оксана. Ёпта, ты че там, гуянь? Может, ты имел в виду попа Оксаны? Попа Оксаны? Рыжая попа Оксаны? Рыжая попа Оксаны. Там гранаты он лежит. Please, come with us. Hold on. What's in this crate? These are rations. Food. These are rations. We can't leave it here. О, где эти? What is your name? Светлана. Там есть эта решетка? Тим, валяющая. А, не знаю, не смотрел. Где можно положить? Установить ее. Иди возьми. Слышь? Чего взять? Вон там, по-моему, лежал. Если им не взяли уже. Ну да. А что, это с нами человек играет, да? А, да. С нами два человека, да. На удивление. А вон там уже. Наверное, взяли. Люди от нас бегают. О, слушай, а на кораблях-то пулеметы есть. О, еще пути. А. В прошлый раз там. Аптечку хотел? Да. Я взял, нашел. Он меня хилит. Тоже бежит. Ой, пулемет есть. Давай здесь останемся. Так я за пулемет засел. А вон снизу еще пулемет есть. Так садись. Давай я на нижний, ты верхний будешь. Ты же видишь, где я нахожусь, нет, если что? Я на капле. Ну ты сзади получаешься. Да. Это ты сзади. Нет, нет или. Ну как тут? В тылу, но не сзади. Ну это уж я не знаю там. Ты же попу видней. Так скажем. Попе видней. If we are quiet, they won't notice us. Давай, вставай за пулемет. Что, назад? Лучше за пулемет сказать, нет? Иначе меня сейчас сожрут здесь. Вот. Я тебя прикрываю. А, за пулемет так встали. Только это, там чуть завонялись. Mm.
Я за пулеметом крайне. Пулемета нету, не крайне. А что жжешь? Зажигаешь? Да ты жжешь. Как его, помнишь этот? Мальчок. Как сказал? Ты жжешь. А ты зажигаешь инквизитор. Инквизитор. А вот здесь что это? Миномет. Миномет того рот. Пойду-ка я на другую сторону, что-то их там до хрена. Да, не везде. Да? Ну ладно. А будет стоп-шутинг? Мне кажется, он это... Стоп-суки. Классно. А, все, три человека. Что там, мы хуем за секунду? Бери пистолет. А, кто меня бьет-то? Уже все. Да, уже все. Башка в хире. Типа здесь? Да. У меня больше кончилось. Не, не кончилось. Куда там убежал? Я не знаю, достать не смог. Вот. Вот, сверху двое. Светлана, ты в порядке? Света, звезда, не нет, это жива? Она ныкалась в этом вертолете. There is a chance. I cannot leave them to die. Father, you're a good man, but you're an idiot. And you're a smart man, but you're lost. Бумажков. Все, сейчас пойду спать. Не могу уже. Как это? Все? Бумажкова победил? Угу. Сейчас это выступка. Да как тогда в прошлый раз прям тяжело было. Может, потому что не был медик. Какого медик? Ты не был медиком. Я не был медиком. А что он дает? Да. А там у него скилл есть на подхил. Он что, автоматически скиллит? Ой, хилит. Ну, типа... Разве? Нет, там какой-то другой. С помощью аптечки вы лечите на 10% больше здоровья. Понятно. Ничего он не делает. Ну что, еще одну? Ну, можно. Ну, давай еще раз. Ну, не, хотя нет, давай спать. Пойдем.